Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я Леся Гайдук, ведущая детских праздников. И сегодня мы с вами будем слушать продолжение забавной истории про медвежонка. Напоминаю, сказка называется «Дневник медвежонка». Вторник. Во вторник я решил узнать, где же ночует солнышко. Под вечер укатилось оно под горку, а я за ним. Оно за вторую, а я опять за ним. Оно тогда за третью. Да, видно, не догнать мне его. Махнул я рукой, махнул ногой, головой махнул. Домой вернулся. Подхожу к дому. Что такое? Опять навстречу солнышко встает. Встает и улыбается. Глупый ты, Мишка. А я и сам понял, что я глупый. Разве догонишь это солнышко? Нигде оно не живет, нигде не ночует. Всю жизнь катится, катится, катится куда-то. Если хочешь догнать солнышко, надо всю жизнь катиться, катиться куда-то. Колобком, кувырком, мячиком. Конечно, я и покатился бы кувырком и колобком, а мячиком тоже бы покатился. Да вот боюсь. Еще спросят, что за косматое, лохматое солнышко такое? Даже могут сказать, что я рыжий мишка. Наверное, съел желтое солнышко, теперь у него болит живот, вот он и валяется, да еще рычит, противно слушать. Среда. В среду я решил надувать пузыри. Надул один пузырь, а он лопнул. Надул другой, он тоже лопнул. И третий тоже хлоп-лоп. Потом я взглянул на себя в зеркало и испугался. А я раздулся, как пузырь. А что, если я лопну? Будет очень плохо, сказала мама. Будет очень плохо, сказал папа. Будет очень плохо, сказал мой друг лисенок. Один только слон покачал головой, совсем, мол, неплохо, когда никто в лесу не станет баловаться. Это будет хорошо. Тут я громко вздохнул и сразу похудел. Вот и хорошо, сказал слон. Иди теперь кушать, малыш. Четверг. Наступил четверг. Ты, наверное, думаешь, что был дождик? Ведь всегда, как говорят, после дождика в четверг. Но в этот четверг никакого дождика не было. Было солнышко, был ветер, была звездочка, а еще вот что было. Сидел я, сидел и вдруг сказал, а правильно ли это после дождика в четверг? Ведь сегодня в четверг дождика нет, а есть опять солнышко. Значит, нужно сказать... После солнышка в четверг, после звездочки в четверг. Некоторым это очень понравилось. Кто-то даже сказал. А не глупость ли это? Но я думаю, нет. По-моему, даже очень хорошая пословица. Ну а чем закончилась эта история, мы с вами, конечно, узнаем завтра. Ну а сейчас время смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь. Пока!